Наступило нечто, что стало причиной глобальной паники. Паника произошла из-за напасти, которая поразила весь Китай. Мы не имеем точных сведений об этом. Другие новости. Секретарь Белого дома дал пресс-конференцию по поводу инцидента, связанного с нанесением ядерного удара по Китаю. В настоящее время мы не знаем причин нанесения ядерного удара по данной территории. Мы вполне оцениваем причиненный ущерб и сейчас расследуем это дело. Но, к сожалению, расследование еще не завершено, так что я не могу ответить на все ваши вопросы. В следующий раз я отвечу на все ваши вопросы. До свидания. Область была оцеплена войсками спецназа. Любое проникновение на территорию было запрещено. Слушай, агентство не особо любит, когда какая-либо информация становится доступной. Если мы что-нибудь узнаем, то мы сможем это обнародовать. Этот вирус входит в новое поколение вирусов, ранее неизвестных. Я знаю, что в некоторых институтах проходили операции по его исследованию, но больше об этом ничего не известно. У нас нет выбора, времени очень мало. Гейб, время исходит. Спасибо, я знаю. Надеюсь, в течение ближайших часов я справлюсь с поставленной задачей. Леон, с тобой все в порядке? Со мной все в порядке. Это отголоски заражения вируса. Тереза, я пошла работать. Хорошо, конец связи. Ага, я, похоже, нашел кое-что. Ну вот, все и получилось. Гейб, за транспортом прибыл эскорт. Это два черных вертолета. Там Морган и его друзья. Внимание, слушайте мой приказ. Первое и основное задание – найти Логана. У него находится диск, который необходим нам. Найдите его, делайте с ним что хотите, но диск доставьте мне. Томпсон, следи за небом, будь осторожен. Хорошо, я это как раз сейчас и делаю. Хорошо, это все. Пытайтесь сами не попасть ни в какие переделки. Мирос, направляйтесь в контрольные позиции, делайте то, что я вам приказал. Да, сэр. Леон? Леон, где ты, Леон? Это она, мы ее взяли. Да, но этого мало. Логан на свободе. Он сбежал. О, русские прилетают, надо быстрее сматываться. Я хочу, чтобы вы убрали все отсюда. Очистите аэродром немедленно. Да, пожалуй, плохо вышло. О, Логан, здравствуй. Как у тебя дела? Я смотрю, ее забрали. Да, ее забрали. Слушай, Логан, мне кажется, ее завтра убьют. Нет, ее не убьют, потому что у меня есть диск. Пока у меня есть диск, и до нее пальцем не дотронуться. Ну ладно, Логан, надейся, как хочешь. Правда, диск — это твой шанс. Я сам знаю, что диск — это мой шанс. Хорошо, до свидания. Как у тебя дела, Тереза? Как проходит полет? Сегодня мы успеваем вовремя. Мне кажется, что похоже, что все идет по расписанию, как и должно идти. Эй, что-то у меня ушки побаливают. Эй, мы что, ожидаем эскорт?
Что? Что за фигня? Давай быстрее двигайся, а то нас всех поджарят. А как же диск? К сожалению, уже нету времени. Давайте быстрее, торопитесь, а то скоро здесь все взорвется. Берите вещи, не нужно оставлять их здесь. Да, да, да. Берите быстрее, сейчас все взлетит на воздух. Быстрее, торопитесь, выпрыгивайте. Выпрыгивайте, делайте как я. Тереза, будь осторожна при приземлении. Здесь может быть очень жестко. Тереза, я сделал это. Да, еще бы. Агентство только заплатило за обучение. Но это еще не все. Мне необходимо найти место расположения их транспорта. Вот если бы ты смогла поймать радиопередачи и выследить их, то я бы быстрее бы выполнил задание. Хорошо. Ну, спасибо тебе за помощь. Да не стоит благодарности. Ковски, ложись. Ковский, как у тебя дела? Даже не знаю, сэр. Сломано в двух местах. Я что-то нахожусь в полной растерянности. Хорошо, оставайтесь здесь. Я попробую сам что-нибудь предпринять. Вы не знаете, где Чейз и что с ним случилось? Нет, сэр. Но я думаю, что он пошел на юг. Хорошо, понял. Это. Идите сюда. Вы видите это? Быстрее. Ну что, друг мой, какие у нас продвижения? Да вот так, мучаюсь, да, стараюсь поймать сигнал. Ну и какие успехи? У меня подозрение, что нас крупно накололи. Сигнал, наверное, исходит со скалы. Подождите, сэр, я сейчас прям при вас попробую что-нибудь сделать. Это Дэвис. В течение целых 2 минут я наблюдал сигнал. Похоже, он ищет своих напарников. И он идет сюда. Ты должен передать мне эти сведения лично в руки, да, сэр? Я уже двигаюсь по направлению к вам. Отлично, торопитесь. Пошли, да, сэр. Сэр, нам необходимо пойти туда. Вы пойдете туда один, сэр? Да, вы оставайтесь здесь и смотрите по сторонам. Вы думаете, нам кто-нибудь помешает? Безусловно. Эй, ты видел Чеда? Да, я видел его несколько минут назад. Слушай, эта штучка не очень работает стабильно. Следи за собой. Хорошо? Ченс, похоже, мы давно не виделись. Ты куда пропал? Да я тут исследую территорию. Ищу на расположение транспорта. Ну и какие у тебя продвижения? Пока ничего. Ты попробуй найти самую высокую точку и от нее ориентироваться. Там должен быть транспорт. Хорошо, сэр, я буду действовать. Тереза, какие у тебя новости? Докладывай. Нет, но я постоянно отслеживаю их переговоры. They've set up shop. Мне кажется, их радиоточка находится в Колорадо. Они постоянно впускают патрули и прочесывают местность. Are you down, scrambled from? Да, не густо. Watch your back. Следи за собой, Гиб. Они хорошо вооружены и у них сильные войска. Они в любой момент могут атаковать нас. In on you any minute. Кто ими командует? Морган отдает приказы, но командует не он. Да, я знал его еще маленьким. Он всегда любил вставлять мне палки в колеса. Похоже, он ими стал. Спасибо за информацию, Тереза.
Я стреляю. Эй, убирайся немедленно. Сейчас. Ответьте, ответьте мне, ответьте. Вы живы? Хватит. Они мертвы. Ответьте, ответьте мне, ответьте быстрее. Хватит. Но подожди, они уже мертвы. Мне нужно найти Ковальски. Я не понял, ты хочешь выйти отсюда или нет? Здесь скоро все взлетит на воздух, и мы все погибнем. Мне тут только что передали, что у нас остался всего лишь один час. Сэр, у нас нет ни одного сигнала. Я стараюсь что-нибудь сделать, но их нет. Старайтесь. Это Логан. Убейте его. Тереза, у меня есть информация, что транспорт находится где-то в горах. Что ты скажешь об этом? Твиттер Панреза. Агентство распространило информацию, что транспорт был взорван террористами. Войска специального назначения окружили всю территорию Колорадо и устроили здесь карантин на всей территории. Мда, милая информация. А есть еще что-нибудь? Гейб, давай действуй. Найди этот диск и постарайся это сделать как можно быстрее. Хорошо, я буду действовать дальше. Конец связи.
Дыковский, мы под огнем. Гейв, как у тебя дела? Не очень хорошо. Я уже потерял 6 своих людей. Что собираешься делать? Я собираюсь побыстрее заканчивать это дельце. Конец связи. Слушай, а ты видел его? Пошли. Подожди, что такое? Мы скоро делаем выброску. Морган сказал, что у нас всего лишь есть 2, чтобы закончить операцию. Дело в том, что через 2 будет осуществлена выброска газа. И, разумеется, до этого времени нам необходимо смыться. Вот такие дела. Рамирес, спустись вниз и проверь все. Хорошо, я займусь этим сам.
Ложись. Немедленно докладывайте мне обстановку. У нас есть два снайпера. Эти два человека сидят в засаде и ждут ваших приказаний. О, очень хорошо. Они будут прикрывать меня, когда я буду выходить на задание. Все ясно? Да, сэр, да, сэр. Ну хорошо, тогда готовьтесь. Скоро на задание начнется. Пойдем, пойдем, пойдем. Надери им задницу. Оставайся, сейчас они получат свое. У нас неприятности, они приближаются со всех сторон. Черт возьми. Это Логан, взять его. Оставайтесь с Аргусом. Как только кто-нибудь придет, стреляйте. Ну а так я приду за вами. Ну что, ребята, не унывайте. Как настроение? Все окей. Ну ладно, до свидания. Извини, Логан, но похоже, твои ножки больше не будут ходить по этой земле. Sure you would. Мы работаем над этим сейчас. К концу недели вы все получите. Я даю вам 3 дня. И если через 3 дня ничего не будет, то вам смерть. Извините, но... Отвратительно. Люди Стивенсона захватили женщину. Скоро будут данные о плазме. А что там насчет Логана? Сейчас мы собираем информацию об этом. Дело сорвалось из-за одного человека. Как такое могло произойти? Я действительно затрудняюсь ответить на этот вопрос. Моркинсон оказался не под контролем. Моркинсон был ваш человек. С таким же успехом его можно было назвать и вашим человеком. А что вы скажете насчет Грегорова? Я вас слушаю. Не надо обвинять меня в своих неудачах. Этот человек уже давно не под моим контролем. Хватит, довольно спорить. Да, но Логан был нашим лучшим агентом. Имел очень высокий уровень подготовки и много лет работал на базе. Я слышал, у меня хорошие информаторы. Успех — это все. Не правда ли, дорогой сэр? Да, но это невозможно получить плазму из женщины, пока Логан жив. Мне кажется, вы переоцениваете возможности мистера Логан. Мы наняли вас для того, чтобы вы сделали работу и предоставили нам вирус, но вы этого не сделали вовремя. Но я не виноват, что она убежала. Я не виноват. А у меня на это есть один вывод. Ты провалился. Хорошо, подождите. Я очень сожалею, что все так получилось, но... Только что вы видели, уважаемый мистер Стивенс, демонстрацию. Мистер Морган провалился. Я думаю, теперь вы выполните то, к чему мы вас обязали. Иначе будет то же самое. У меня армия на пути к городу, а также работают несколько людей на базе. Больше промедления невозможно. В течение 10 минут можете отдохнуть, солдат.
Но, сэр, мне нужно ваше удостоверение. Слушай, солдат, мне что, поговорить с твоим командиром? Нет, сэр. Ладно, хорошо, проходим и приступаем к работе. Она находится в бессознательном состоянии дольше, чем я ожидала. Интересно, почему вирус повлиял так на нее только в первой стадии? Я пойду посмотрю, что у нас творится в главном секторе. Нет, ты отправляйся к главным воротам и следи за пропускным режимом. А я займусь пилотами лично. Ну и как себя чувствует эта замечательная крошка? Никак. Отдыхай, пацан. Okay. Now let's find my gear. Доктор. Да? Ты закончила с ним? Я сделала ему инъекцию. Думаю, ему будет достаточно. Морган желает, чтобы ты сама все проверила, так что иди и работай. Морган что, недоволен, как я работаю? Нет, Морган просто хочет, чтобы ты ускорилась. Томпсон, ну, блин, ну послушай меня. Я позабылся об охраннике, с ним теперь все в порядке. Хорошо, доктор, вы можете начинать? Подождите, мне еще кое-что нужно сделать. А я настаиваю на том, чтобы вы приступали немедленно. Подождите, не торопитесь, я еще не до конца изучила влияние вируса на генные структуры человека. Мои приказы не обсуждаются. Вы должны хорошо замести следы после того, как закончите операцию. Мы не можем допустить, чтобы еще кто-нибудь был инфицирован этим вирусом. Я понимаю, но я еще не до конца закончила все исследования. Используй девчонку для этой задачи. Да, я все поняла. Я пойду в лабораторию и подготовлю это. Я пойду вместе с тобой. Необходимо проверить оборудование перед столь сложной операцией. Нужно, чтобы все было хорошо подготовлено. Успехов. Слушай, а куда ты собрался? Да вот, пойду подышу на свежем воздухе. Что-то там такое происходит, но я не понимаю в этом. Ничего. Да давай, будь там осторожен, а то мало ли что наступит. Я скоро вернусь. Гейб? Гейб? Ты там? Гейб? Гейб! Лиан, ты там? С тобой все в порядке? Тереза, как приятно слышать твой голос. Я в порядке. Они удерживают меня на какой-то военной базе в Колорадо. Где Гейб? Транспорт, на котором он летел, разбился в горах. У Гейба неприятности? Да, ты права.
Он что-нибудь говорил про меня? Лиан, ты в порядке? Со мной что-то не то. Я не могу понять, что со мной творится. Мы постараемся достать об этом информацию. Он был прав. По-моему, меня заразили каким-то новым вирусом. У меня такое ощущение. Я не понимаю, как они меня так заразили. Но я чувствую, он находится во мне. О боже! Да я сама в шоке. По-моему, они использовали военную базу для того, чтобы переправлять зараженных людей в другие места. Есть подозрение, что главный центр этой базы находится в горах. Слушай, расскажи Гейбу, что по моим данным, база находится где-то в Нью-Йорке. Я попробую выбраться отсюда. Окей. Я постараюсь найти вертолет и улететь отсюда. Мне кажется, Гейб занимается тем же. Нет, но ты все равно должна связаться с ним как можно быстрее. Ну что ж, я пошла искать вертолет. Ну, успехов тебе в таком деле. За тобой следят? Нет. Продолжай делать то, что тебе приказали. Есть, сэр. Хорошо, я убираюсь из башни. Я очень надеюсь, что плазма правильно хранится. Она должна храниться в холодном месте. Хорошо, я пойду проверю, как она хранится. А не думал ли, что они с ней сделали? Эй, мисс, стой и не двигайся. Слушай, ты не понял, я не заключенная. Да мне все равно, кто ты, но ты идешь по запретной зоне. Вообще-то я могу тебя убить, но пока этого не делаю. Спасибо. Ладно, девочка, иди на запад и спасай побыстрее свою задницу, а не то скоро здесь станет очень горячо. Мне просто жаль тебя. Ты хороший парень. Ведь я же вполне понимаю, что не просто девочка, поэтому иди побыстрее. Не вопрос. У тебя нет времени, быстрее. Еще раз спасибо. Наконец мы здесь. Похоже, мы их сделали. Но подожди, у нас ведь главная цель пробраться вон за те горы, а их все время патрулируют солдаты. И что мы собираемся делать? Ну, я еще не знаю, но давай подумаем об этом. Слушай, а что есть у тебя? Винтовка М16, но ее очень мало. Нам необходимо срочно запастись патронами, а то нас всех подстрелят. Слушай, у меня есть план. Я сейчас пойду в тоннель и постараюсь немножечко поразвлечься. В скором времени, когда я разгребу всю кучу тамошнего дерьма, я вернусь за тобой. Хорошо, возвращайся, но не будь так долго. Эй, вам нужно несколько задниц? Пошли. Двигайтесь, я их удержу. Быстрее.
остаться здесь и дождаться Логана. А что потом? Ну, убьем его. Я скоро достану грузовик и буду у вас. Мы ждем вас, сэр. Возьми, что там происходит? Я возвращаюсь, держись. Это было очень близко, но я же тебе говорил. Здесь очень много солдат, так что если хочешь выжить, держись меня и гляди в оба. Хорошо, сэр. У нас проблемы. У них у всех бронежилеты. Надо как-то изменить наш план. Гейб, за тобой! Всего один охранник. Это нормально? Ну да, нормально. Для засады. Так, стой. Нам нужно туда как-нибудь пробраться. Иди, немедленно. Следующему грузовику. Ну и сколько мы здесь проторчим? Наверное, до тех пор, пока не найдем Логана. С тобой все в порядке? Да, давай выбираться отсюда. Черт, два охранника опустились прямо посередине. Что мы будем делать? Нам необходимо найти свет.
Да-да-да, нам необходимо найти свет. Но как мы сделаем это без взрывчатки? Как и в прошлый раз сделали без нее. Хорошо, давайте тогда исследуем поближе территорию. Ладно, давайте действовать. Да нет, Логан, выходи с поднятыми руками. Не стреляйте, я выхожу. Ты что, с ума сошел? А у тебя есть другие планы? В любом случае, нам нужно найти взрывчатку для того, чтобы выбраться отсюда. Так что, ребята, делаем все как нужно. Стой и не двигайся. Это Логан. Где Логан? О! Ребята, меня здесь обходят со всех сторон. Быстро ищите комнату с выключателем. Хорошо, сейчас. Как дела, Гейб? Да, знаешь, не очень хорошо. Но, вообще-то, у меня есть каких-то 5 человек. Я хочу, чтобы ты сидел на месте и не рыпался. Слушай, Гейб, а это APC или кто? Ну, не знаю. Мне кажется, если были бы они, то мы бы с тобой не разговаривали. Ну да, ты прав. Так что сиди спокойно и не рыпайся. Всем в укрытие, это... Всем в укрытие, это... Всем в укрытие, это Логан. Кто здесь? Всем в укрытие, это Логан. Я видел, что солдаты пришли к этому месту. Но я не могу связаться с базой. Бог с ней, с базой. По моим данным, на местность должен быть совершен воздушный налет. Если нас захватят, то все вокруг взорвется, включая нас самих. Поэтому, мне кажется, будет актуальным побыстрее спасаться отсюда. Давайте поступаем так. Некоторая часть из нас связывается с центром, остальная продолжает разведку. В любом случае, нам необходимо предотвратить то, что может произойти, иначе мы все умрем. Да, сэр. В течение всего времени вы обязаны следить за моими приказами. Учтите, что операция это не шуточная, так что следите за Логаном.
там творится на дороге? Да так, кто-то там появился. Ну, похоже, небольшая стычка. Не повезло. Рамирес, где Органсон? Органсон застрял в горах. Томпсон, а с тобой все в порядке? Да, сэр. Я пытаюсь его найти, но у меня ничего не получается. Ничего, сынок. Я думаю, мы отсюда выберемся и найдем его. Тереза, я прошел мост. Выводи меня. Как ты сам понимаешь, тебе нужно двигаться на юг. Там ты встретишься с нашими. Кроме того, у меня есть информация о Леон. С ней все в порядке? Знаешь, сейчас с ней все в порядке. Если с ней будет что-то не то, я тебе сообщу. Хорошо, договорились. Я пошел. Хорошо, я оставляю вас здесь, а сам в это время пойду в тоннель. Думаю, всем понятно. А что нам делать? Найти какое-нибудь более-менее безопасное местечко.
Командир, мне очень бы хотелось отблагодарить вас за хорошую работу. Пожалуйста, подождите. Теперь командиром назначайтесь вы. Постарайтесь сделать все иначе, чем ваш предшественник, иначе вас постигнет та же самая участь. Тереза, ты где? Я выбираюсь из комплекса. Каковы твои планы? Сначала я найду это секретное оружие агентов. Потом мне нужно будет найти путь для проникновения в башню. Ну и под конец операции тебя должен подобрать вертолет. Как самочувствие? Уже лучше, конец связи. Слушай, нам нужны срочно люди. Езжай к воротам и разберись, что там творится. Но кто эти люди, сержант? Почему я получаю от них приказы? Не задавай вопросов, езжай и действуй. Немедленно. Ты что так долго? Я ждал тебя целых 10 минут, да, сэр? Мне нужно срочно быть у ворот. Если я опоздаю, то не знаю, что с тобой сделаю. Извините, сэр, я вас туда доставлю. Тереза, я кое-что обнаружила. Мне кажется, я видела Томаса Холмана на базе. Он тренировался вместе с агентами. Холман, как интересно. Он был ученый и работал на них в лаборатории. Ну так что будем делать? Придется сделать так, чтобы он мне все рассказал. Слышал это? Что слышал? Мне послышалось что-то типа проверка. Мне необходим вертолет для моего немедленного вылета. Я хочу, чтобы он был ровно через 2 минуты. Хорошо, сэр, вертолет будет. Все остальное вроде бы в порядке. Сэр, люди готовы к отправлению. Они уже давно ждут, но с вашим пилотом что-то случилось. Это все? Сядь на радио и свяжись с Холманом. Выясни, что сейчас происходит на базе. Слушаюсь, сэр. Хорошо. Леон, я с ними связалась. Тебе придется срочно отправиться туда и постараться остановить это агентство. Да, я знаю. Я возьму этого пилота и отправлюсь в полет. Ты поняла? Да, хорошо, я поняла. Можешь отправляться. Конец связи.
Да, сэр. Извините, сэр. Да, да. У меня есть уже схема расположения транспорта. Да, сэр. Я жду только заправки. Считайте, что они уже на пути к вам, сэр. Тереза, передай нашим, что они могут начинать. Давай поторапливайся, а то пропустишь все самое интересное. Здесь захватывают поезд. Что? Я объясню позже. Вертолет на месте? Я ухожу с территории, я... Кто-то приближается. Не дай им найти тело пилота. Я знаю, конец связи. Что нам мешает забрать это прямо сейчас? О да, я бы сам бы пошел бы через ворота. Ну так давайте действовать. Нет, мы должны направиться в Нью-Йорк сейчас же, чтобы подготовить все необходимое для выработки плазмы. Но у нас ведь нет образцов от девушки. Мы можем взять образцы, когда будем взлетать, до того, как начнется процесс. Иначе корабль будет просто разрушен. Понимаю. Отправляйся туда и проверь все лично. Потом иди к медикам и узнай, что их удерживает от начала операции. Ты все понял? Да. Мне ждать здесь? Ну, ты лучше займись вертолетом, чтобы он был готов к нашему отправлению, и чтобы мы вовремя взлетели с плазмой. Тереза, у меня есть достаточно сведений, чтобы найти Холмана. Я должна отправляться сейчас, чтобы достать его. Хорошо, ты будешь снабжать меня информацией, окей? Договорились, понято. Конец связи. Это сделать один Эрман. Сэр, извините. Привет, Хуман. Ну как у тебя делишки? Я думаю, ты помнишь меня? Леон, ты выбралась? Ну, слава Аллаху. Даже не пытайся. Я знаю, что ты задумал. Слушай, ну я сам ведь хотел помочь тебе. Искал вертолет. Ты гонишь. Я знаю, что ты заготовил две ракеты для того, чтобы взорвать здесь все вокруг. Да ты чего? Это все неправда. Ты гнусно врешь, Холман. Это очередная тренировка агентства?
Ты просто спасаешь свою жизнь. Ты мне сейчас скажешь, где находится плазма. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ты врешь, ты пытался убить меня. Инфекция убивает меня, но я не хочу умирать. Скажи мне немедленно, где находится плазма. Ты понимаешь, я дохну. Ну я могу помочь тебе. В этом деле замешан Морган. Он использует его в каком-то транспорте. Где он находится, я не знаю. Где использует? Слушай, ну я ведь действительно не знаю. Ну это как-то связано с диском. Ну что записано на диске и где он находится, я не знаю. Слушай, ну я ведь действительно не знаю. Я всего лишь исполняю приказы. Да, я знаю, ты выполняешь приказы. Да, но ведь это правда. Ты гнусный, мерзкий тип, Холман. Я и так знаю, что ты подохнешь тут даже без того, чтобы я убила тебя. Когда-нибудь ты полижешь мне задницу. Давай, пошли. Нет, сэр, осмотр территории еще не закончен. Нашим людям осталось исследовать еще около 20%. Персонал еще не покинул территорию. Вот и все, сэр. Здесь есть единственный человек, который готов этим заняться. Агент, у вас есть вертолет, на котором вы должны облететь территорию, осмотреть и вывести оттуда людей. Вам понятно? Да, принято. Конец связи. Эй, пойди-ка посмотри на это. Хоффман, иди посмотри на это. All right. Я только что получила нужные сведения. Ты хорошо поработала. Мне кажется, я получил доступ к тем сведениям, которые прячет агентство. Если я остановлю их, у меня будет все, чтобы получить вакцину. Хороший план. Удачи. Thank you.
Так, слушай, ты остаешься на месте, и когда прибудет агент Холмут, связываешь его со мной. Я ему дам точные указания по поводу дальнейшей операции. Аварии. Я видела огонь и дым. Это может быть от того, что самолет разбился, но здесь много еще и других признаков. Будь осторожна. Не знаю, как эти ребята выжили. Здесь нечем дышать. Пожелай мне удачи. Удачи, конец связи. Месте. Пора начать операцию с Логаном. Знаешь, мне сообщили, что у него возникли очень большие проблемы. Я боюсь, что он с ними самостоятельно не справится. Ну а мы ему поможем. Возможно, их решить. Давай быстрее. Сделаем это сейчас. Гейб, ты здесь? Лян, как самочувствие? Давно тебя не слышал. Лучше. Но у меня так выделяется адреналин, что я боюсь, что я не дойду до тебя. Хорошо, тогда направляйся к нам. Мы уже достали вакцину, так что помощь близка. Уже иду.
Давай взрывай. Но у нас же там агент на поезде. Ну и что? Это их проблема. Я думал, мы спасем их по-другому. Давай взрывай. Я говорю тебе, взрывай сейчас. Надо слезть с поезда. Разобрался с двигателем, но все-таки катастрофически не успеваю. Нужно вводить запасной план. Да, я уже на позиции. Ты готов? Всегда готов. Нам нужно поскорее найти эту вакцину, а то я могу умереть вообще. Да, мы сейчас этим как раз и занимаемся, мы ее ищем.
Слушай, ну давай побыстрее достанем этого типа. Да-да-да, я как раз и собираюсь этим заняться. В общем, поступаем следующим образом. Вы меня забрасываете в точку. Если я не вернусь, то сами не возвращайтесь туда и не посылайте никого из людей. На обратном пути постарайтесь все-таки захватить меня. Я буду вас ждать. Давайте, ребята, успехов, действуйте. А ты не боишься, что меня зажарят? Ну слушай, девочка, а что мне по-твоему делать? Ну, в общем, у меня такой план. Мы спускаемся в каньон. Вы меня покидаете, а дальше я иду искать базу. Если я не вернусь, я уже сказал, как поступать в данном случае. Что думаешь? Леон, там внизу туман, я не могу спуститься. Хорошо. Хорошо, мы что-нибудь придумаем. Слушай, наша все-таки главная задача — это достать диски. Да, я знаю. От нас этого и ждут на базе. Да-да, будем действовать. Смотрите, Логан, нам нужна поддержка. Нам срочно нужна поддержка. Кстати, поддержка немедленно. Логан, ищем вот это. Мать вашу. Проверь его немедленно. Итак, ребята, время пошло. Делайте это немедленно. Сейчас. У нас будут снайперы или нет? Мы же здесь. Действительно. Добудьте диски, а потом мы отдохнем в более приятном месте. Мы пытаемся установить радиоконтакт с базой, чтобы получить более подробную информацию. Тогда встретимся, когда будут какие-либо данные. Сколько времени это займет? Это займет некоторое количество времени, пока мы не достанем нужную информацию. Я сегодня получила новости из Китая. Оказывается, наш связной не очень надежный человек. Давайте понадеемся на Грегорова, мисс. Я думаю, у него все получится. Ну да, конечно, так же, как и твой предыдущий агент Ян Чан Синг. После этого мы никому не сможем доверять. Нам нужно как-то встретиться и обсудить проблему доверия к нашим агентам.
Я надеюсь, вы наконец наладите эту систему. Знаете, уважаемый мэм, ошибка была не в моих агентах и не в моих планах. Ошибка была в вас, в ваших террористах, которые очень плохо выполнили свое задание. Нет. Нет, вы еще раз не правы. Здравствуйте, сэр. Логан, конечно. Логан, нам необходимо получить данные о вашем расположении, о нахождении и расстановке сил. Постарайтесь как можно быстрее собрать и послать их нам. Хорошо, сэр. И это все данные? Извините, но мне очень нужна плазма для того, чтобы я окончил свою работу. Мне требуется достать плазму. Знаете, что я вам скажу, доктор? Возвращайтесь к своей работе. Последние новости от компании OCP. Мы все внимательно следим за новостями, связанными с русскими террористами. Похоже, все это имеет связь с сомнительными событиями, связанными с микромолекулярной инженерией биогенных технологий, исследованиями, проходившими в закрытых университетах на юге Колорадо и округа Вашингтон. Да, как многого они не знают. Разумеется, так как агентство хранит каждую крупицу своей информации за очень высокими стенами. Ну да, и простой народ никогда об этом не узнает. О, да. Нет, это код шифровки пятого поколения. Леон, составь мне, пожалуйста, листинг этого кода. Мне необходимо получить его в очень короткие сроки. И как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Вирусная инфекция развивается не так быстро, как предсказывали. У нас еще есть время. Ну и сколько у нас его? Я не знаю. Я не доктор, чтобы указывать точные сроки, тем более в том, что касается моей жизни. Ну хорошо, смотрите. Для начала нам необходимо проникнуть в центр Фарком. Здесь мы найдем необходимые нам файлы о делах агентства. Слушайте, все, что нам необходимо, это достать код. Как только у нас будет код, мы откроем файлы с полученной информацией. И агентство будет уже в наших руках. Но где находится код, мы не знаем. В этом-то вся и загвоздка. О да, я думаю, они лежат в архивах лаборатории. Окей, ты в этом уверена? Нет. А что, вы мне предложите просто так умирать? Пожалуй, ты права. Конечно, ведь это касается не только меня. Эта ситуация общемирового масштаба, она касается всех и каждого. И мы должны помочь всем нам. Ну так пошли, а не то время идет. Давайте начнем со сбора информации. О, да, ты права, мы должны проникнуть были в этот центр. Как я вижу, все их оборудование находится здесь, в этих стенах, куда я сейчас и направляюсь. Уверен, что тебе не нужна помощь? Да нет, Тереза, спасибо, я думаю, что я справлюсь один. Ты что-нибудь видел? Знаешь, мне кажется, ничего интересного для тебя. Ну, в центре что-то такое нашли, но не то, что касается нашей работы. Ну хорошо, тогда оставайся здесь и продолжай патрулировать. По последним данным, Логану удалось уйти. Я думаю, он обязательно попробует проникнуть на эту территорию, так как ему очень интересно то, что здесь хранится. Так что оставайся, учти, ты головой отвечаешь за это.
Позор, мистер, как вы могли такое допустить? Да ладно тебе. Ладно, поехали, давайте быстрее направимся к нашей машине. Смотри, что я нашел. А что это? Ну, я думаю, может быть, ты это потерял? Ну, не знаю. Нет, кажется, это потерял не я. Для тебя нехорошая новость. Продолжай. Сегодня я перехватил радиопередачу. Террористы хотят взорвать здание. Они начиняют взрывчатки в нижний этаж. Когда они нажмут кнопку, все здание уйдет под землю. Ты понимаешь, Гейб? Я понял. Теперь слушай мою команду. Ты немедленно покидаешь здание. Я не хочу, чтобы ты погибла. Но, Гейб, я сам изрежу взрывчатку. Давайте, ребята, идите ко мне. Thank you.
Леон, я планирую выбираться прямо сейчас. Приготовь самолет на мой сигнал. Хорошо, принято. Конец. Парень, нам нужно выбираться отсюда. Я не боюсь, у меня как-то не хватит сил. Ладно, парниша, давай, не хнычь. Нам нужно выбраться отсюда. Пошли, чувак. Смотрите на это место, туда необходимо проникнуть. Вам понадобится прибор ночного видения.
место. Леон, я уже нашел все, что нам нужно. Скоро пора действовать. Да. Сейчас. Произошел взрыв. О, черт, это, наверное, Логан. Все-таки он прошел сюда. Сэр, взрыв! Я позабочусь об этом, а вы двигайтесь. Закройте ворота немедленно. Ну все, Логан, теперь есть только ты и я. Сложи оружие, Логан. Стивенс просто хочет пообщаться с тобой по поводу Лиан Зинг. Я думаю, тебе тоже будет интересно. Знаешь, у меня почему-то есть несколько причин, чтобы не доверять Стивенсу. Интересные какие? Ха, ты думаешь, я все тебе скажу? Эй, босс, а что ты здесь сейчас делаешь? Ну вот я пришла помочь тебе, думаю, может быть, помощь нужна. Да нет, спасибо. Ну ладно, тогда ты сейчас занимайся бомбой. Нужно найти Моргана. Но только слушай, ты не убивай его, а то он успеет нажать на кнопку, и тогда мы все взлетим на воздух. Ты же еще не хочешь умереть? Да нет, крошка. Ну ладно, давай, дерзай. У Моргана есть то, что мне нужно. Я только что засекла какую-то частоту. Я не могу разобрать, что я поймала, но если что, я тебе сообщу. Неплохо двигаешься, Логан. Бомбу. Замечательно, я иду. Посмотрите, они возвращаются. Торопись, Гейб. Да. Можешь говорить медленнее? А, ну да, ты что, не понимаешь? Черт, нам нужен Морган перед тем, как они заложат бомбы. Поторопись.
Гейб, осталась одна бомба. Я сейчас направлюсь ее искать, но у меня слишком мало энергии. Слушай, крошка, я скоро к тебе присоединюсь. Гейб, время исходит. Останови Моргана. Можешь убить меня, Логан. Здание заминировано. Если я нажму на эту кнопочку, мы все взлетим на воздух. Слушай, не убивай его на самом деле, а то вдруг он еще нажмет. Попробуй поговорить. Ты знаешь, еще не все закончено, Логан. Есть какие-либо идеи, что дальше делать, Логан? Опусти оружие, Логан. Я думаю, мы вместе лучше сработаемся. Скоро появится нужная вещь, возьми ее. Я думаю, останется немного агентов после встречи с тобой. Ну да, ты права. Слушай, у нас диск, пора действовать. Пошли, давай двигай. Спасибо, Лоренс. Если тебе что-нибудь понадобится, то я здесь. Окей, это код шифровки. Необходимо с помощью него расшифровать файл. Но часть его утеряна. Слушай, ну где-то же должна быть часть этого кода. Ее здесь нет. Грегоров. Что? Нужно связаться с Грегоровым. Говорят, что у него есть другая часть кода. Еще говорят, этот код связан с запуском ракет. Возможно. А может быть, связан с чем-то другим. Слушай, интересные данные. А если нам попытаться как-нибудь забрать их, что думаешь? Слушай, а ты что, работаешь в агентстве? Ну ладно, мы найдем другие способы. Да-да, ты прав. Ну, я думаю, мы найдем общие пути, тем более, что нам нужно сейчас спасти твоих друзей. А, Ян Синг, я так и думал, что ты позвонишь. Да, знаешь, я тоже не против разговора. Ты хочешь встретиться? Да, но почему в таком месте? Ты хочешь, чтобы были люди? Ну ладно, хорошо. Да, я знаю это место. Хорошо, давай встретимся. Я видела, что Грегоров заходил внутрь. Действуй. Если что, я тебе помогу. А так успехов.
Гейб? Тереза, она уже здесь, она пытается убить Григорьева. Гейб? Эй, ребята, где вы? Чтоб ты не была, убью! Что здесь происходит? Кто против кого? Кто знает? Григорьев совсем сколько-то, я думаю. Выходите по одному, держите оружие над головой, или мы откроем огонь! Здание окружено! Все выходы перекрыты! Ну что нам-то делать? Как обычно, запомним задание то же самое. Нам нужно валить отсюда! Милиция за нами! Это дело кончено! We'll be right back.
Леон, ты на связи? Гейб? Тереза? Где вы? Ты знаешь, мы немножко застряли, в нас постреляли. Но я надеюсь, все с вами в порядке, где вы находитесь? Ты знаешь, не беспокойся, долгая история. Ладно, потом так потом, только ты не забудь, что нам нужно найти Грэнфелла. Все, ребята, давайте действуйте, времени очень мало. Садись в машину! What did I do? Идиот, у меня нет времени! Залезай! Черт возьми! Догоните его! В Грегора, в Гейб, я видел его. Гейб, что-то непонятное творится с Грегоровым. Необходимо срочно выяснить ситуацию. Готов? Вот она! Стреляйте на нее! Вон там, наверху, огонь!
Юра, это я, Леон, не убегай! Why are you running? Мара, остановитесь, она мне нужна живой. Поехали. В общем, когда я приехала в клуб, было уже слишком поздно. Нет, Логана там не было. Я не знаю, где он. Да, хорошо, я возвращаюсь в штаб. У меня изменились планы.
встретиться со мной лицом к лицу. Гейб, я нашла Грегорова. Все нормально, только мы не можем спуститься. Гейб? Гейб, ты слышишь? Гейб? Гейб, ты слышишь? Леон, ты здесь? Гейб, ты где был? С тобой все в порядке? Знаешь, все нормально. Да у меня все нормально. Но, в общем, в настоящий момент я нахожусь в парке. Ну ладно, хорошо. Главная новость, что я захватила Юрия Грегорова. Что-что? Мисс Леонсинг, я Владимир Недобрый из СВР. Мне кажется, вам нужно пройти с нами. Нет, это не то, что вы думаете. Это не Юрий Грегоров, это просто почтальон. Ну да, я знаю. Что ты нам скажешь, маленький друг? Знаете, это длинная история. И на кого ты надеешься? Ты знаешь, я уже ни о чем не думаю. Насколько мне известно, Григорий был переправлен в точку 36. А, точка 36? А что такое точка 36? Точка 36 — это женский кулак в Сибири. Я уже точно не помню, где он находится. Слушай, а скажи мне, откуда у тебя вот такая осведомленность? Что? Ну, знаешь, ну как тебе сказать, ну очень как-то странно, что ты об этом знаешь и рассуждаешь. А? Ну, знаешь, у меня старые связи с ним. Ну, когда-то давным-давно у меня там сидела сестра, потом сидела мать. Точнее, сначала сидела мать, потом сидела сестра. Ну вот, насколько я знаю, в этом ГУЛАГе сидела и ты. Ну да, знаешь, вот ты прав, я в нем тоже сидел, в этом ГУЛАГе. Попал туда совершенно случайно. Ну, короче говоря, меня сочли политическим преступником. Понимаешь, 30-е годы СССР, тяжелая жизнь все-таки. О, да, а теперь туда попал наш Григорьев. Слушай, а ты не знаешь, почему он там оказался? Ну, говорят, то, что он вел очень такие нехорошие исследования с ракетами. Да, он возился с ракетами, насколько я помню. Ну и кроме того, параллельно он занимался обезвреживанием всяческих вирусов. Ну вот попался ему вирус агентства. Ну, вирус агентства попался, он взял его, расколол. Ну вот и фигня получилась. Теперь он там сидит на электрическом стуле, ждет своей расплаты. Надо туда проникнуть. Блин, а знаешь, как там было страшно, а? Вот как сейчас помню. Сибирь холодная, страх-то какой. Да. А что делать? Ну, наверное, нам придется туда пойти. Нет, вот знаешь, давай отвлечемся. ГУЛАГ все-таки это очень страшное место. Представь, там ведь держали не только женщин, там держали еще женщин с детьми. Вот гноили их там в ГУЛАГе. Да, гноили. И никто почти не выживал. А я вот выжил. Вот живучая я. Вот говорят, вот как знаешь, вот что не тонет, вот там, в принципе, то же самое. Вот не утонула, вот живая, теперь нахожусь вместе с вами. Иду спасать Юрия Грегорова, искать вакцину. Кстати, у Грегорова есть хорошая информация по вакцине, надо учесть. А сколько моих людей попадали в ГУЛАГ? Сколько их же там померло? Да. Ладно, ребята, хватит трепаться, пошли спасать Юрия Грегорова. Ну все, одеваю водолазный костюм, плыву, до свидания. I hope you know what you're doing.
I'm in. Опаньки, ну и приплыли, ну и интересно же здесь. Ну, в общем, как будто у меня какие-либо данные, то я с вами свяжусь. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Мишка, ты что, опять пьяный? Хотя бы мне мог бутылку дать. Пожалуйста, перестаньте! А! Павел! Павел! Оставайся здесь, и с тобой будет все в порядке. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, тара-дара-дара-ра. Охранник, дай воды, пожалуйста. Позвать механиков в пятый сектор. Вот здесь-то как раз Дмитрий упал. Какой позор! Почему мне всегда достается самая хреновая работа? Иди сюда, шлюха! Я же тебя убью! Ха-ха! Ну хоть какое-то развлечение у нас сегодня! Слышь, меня перевели в столичную тюрьму. Повезло. А я тут завяз, покуда коньки не отброшу. Или крыша не поедет, а? Да. Thank you.
говорит Валерий. У меня все спокойно. Я тебя, Лена, любимый мой. Парарара, парара. Гейб, мы опять попали в большую заварушку. Это здание напичкано камерами, и они все следят за нами. Но ты знаешь, у нас нет совершенно времени их отключать. У камер есть определенный угол обзора. Подкравшись к ним, можно все-таки каким-либо образом их обезвредить. Когда камеры будут отключены, все-таки я постараюсь это сделать, ты пробегай мимо них, ясно? Да, принято, конец связи. Рада тебя опять видеть, Гриша. Хорошо выглядишь. Я удивляюсь. У тебя еще осталось чувство юмора, Катюш. Купишь мне сигарет? Ха-ха! Тогда будешь должна мне 6 пачек. Ну, до завтра. Гейб, я нашла, где Григорьев. Но мне кажется, слишком поздно. Его сейчас, наверное, казнят. У тебя нет времени. Действуй быстрее, без промедлений. Нам нужен он живым. Катя! Эй, Катя! Где ты пропала? Идите, посмотрите, что случилось с электричеством. Там заваруха! Сваливать надо! Гейб, все в порядке. Сигнализация была включена, экзекуция была установлена. Слушай, с тобой все в порядке? Мне кажется, ты пират. С тобой все хорошо. Конец связи.
Эй, не стреляй! Гейб, здесь что-то происходит. Я только что нашла комнату с мертвыми охранниками. Я пока не знаю, что с этим делать. Я, пожалуй, обследую эту территорию. Слушай, попробуй собрать как можно больше информации. Я сам не знаю, в чем дело. Русские тоже не в курсе. О, Гейб, мы, похоже, напоролись на что-то интересное. Нет! Она убила Женю и Кирилла! Взять ее! О, Грегоров! О, Грегоров, как я рад тебя видеть! Слушай, а что здесь у вас случилось? Да вот я и сам не знаю, вроде меня казнить должны. Ну и она как бы приехала посмотреть на казнь. А когда отрубили электричество, взяла всех, перебила и убежала. Ха, интересно. Ну ладно, слушай, давай спасаться. Да, Леона, ты как-то нехорошо выглядишь. Да ладно, забей, поплыли. Не, ну подожди, ты вообще уверен, что доплывешь-то до берега? Знаешь, да все со мной в порядке. Не-не, все-таки поплыли. Ну ладно, как знаешь. Поплыли. Ты можешь сражаться? Нет, знаешь, я не могу. У меня сильные раны. Ну, понятно. Тогда двигайся за мной. Только за мной. Когда я тебе скажу, начинай действовать. А так, без самодеятельности. Юра, все чисто. Лен, тебе не нужно никого спасать. Выполняй просто свое задание. Пожалуй, ты прав. Конец связи. Снайперы, ложись. Я думаю, у нас будет большие проблемы. У нас нет дымоуха. Не знаю, может, это поможет. Ха, дымоуха? А где ты ее взял? Я снял ее с противоставником. Ну ладно, слушай, видишь план. Значит так, ты бежишь вперед. Несмотря ни на что, просто бежишь, а я тебя сзади подкрываю. Тебе понятно? Да. Хорошо, готов действовать? Готов. Ну так пошел, действуй. Остановился. Охрана закрыла ворота. Ты можешь стрелять оттуда? Да нет проблем. Действую. Мы сделали это.
Все чисто? Вот, возьми это. Я думаю, это тебе пригодится. Но сначала останься со мной, мне что-то плохо. Хорошо, я буду охранять тебя. За нами! Слушай, мы почти выбрались, но это еще не все. Ты в порядке? С тобой все хорошо? Да, со мной все хорошо. Я чувствую себя нормально. Ты давай, держись меня. Мы выбираемся. Еще путь очень долг. Стой здесь. Когда я зайду в башню, ты последуешь за мной. Понял? Да, понял. На мосту! Давай, продолжай идти, не останавливайся ни перед чем. Двигайся быстрее. Давай. Давай, торопимся, Гейб. We're about to get wet. Right. О, слушай, ну как я рад тебя видеть. Как я рад тебя видеть, Леон. Леон Синг. Слушай, а ты вообще уверен, что она без больницы выживет?
Ну да, конечно, уверен. А у тебя есть сомнения, Грегор? Да нет, знаешь, вообще сомнений нет. Когда она меня спасала, у меня на это тоже сомнений не было. Но я все-таки волнуюсь, она все-таки мою жизнь как бы спасла. Да нет, Грегор, с ней будет все нормально. Ты и так оказал нам большую помощь. Так что до свидания там, поправляйся. Вы все еще не взяли, Леон, и у вас все еще нет второго вида вакцины. Да, но мы скоро это сделаем, но вы уже опоздали. Я вижу, что вы не настолько подготовлены, как мне рекомендовали вас. Мне кажется, придется заплатить. Да, но я же говорю, что все сделаю. Нет, подождите. Я не верю вам. А вы знаете, что Леон захватил Григорьева? Нет, этого не может быть. Мисс Карамав заботится в настоящий момент о Грегорове. Нет, но я же говорю, что на самом деле Грегорова захватил он. Так что Логан нас опять обошел. Что делать, я не знаю, решать вам. Я очень и очень расстроен, мистер Стивенс, что так все получилось. Я думал, вы окажетесь более полезным для нас. Знаете, мы захватим его и всех. Но, понимаете, извините, но у вас уже кончается время. Я вам даю последнюю попытку, иначе смерть. Знаете, мне кажется, она сейчас стабилизируется. Может быть, скоро она пойдет на поправку. Мы ничего этого не знаем. Вирус еще очень не исследован. И вакцина против него хоть и действует, но она... Я не знаю даже, как она действует, понимаете? Нам нужно проводить исследования, много исследований. Она может умереть? Возможно. Возможно. Да, как нам ее жаль. Она даже не приходит в сознание. Ты готова сделать звонок? Да, что нам остается сделать? О, Стивенс, да, это Логан. Здравствуйте, Стивенс, у меня есть к вам небольшое дельце. Я думаю, эта сделка будет взаимовыгодна. Нам необходима вакцина. Вы прекрасно знаете, зачем нам нужна вакцина. Для того, чтобы спасти моего напарника, нашего агента. Да, к сожалению, ее состояние не очень хорошо, поэтому мы вынуждены обращаться к вам. Взамен у меня есть диск. Вы знаете этот диск, в нем находится секретный код. Мы даем вам диск, вы даете мне вакцину. Только знаете... Да, я согласен на эти условия. Хорошо, давайте встретимся на вашей территории. Хорошо, я приду к вам. Только никаких шуточек, Стивенс. Знаете, у меня большой опыт, чтобы увидеть все ваши шуточки и приколы. Если я замечу засаду, то я уйду. И вы не получите диск никогда. Да, в данном случае смерть моего агента меня не интересует. Тут дело принципа. Стивенс, итак, вы получаете диск, я получаю от вас вакцину. Я получаю от вас новую вакцину, которая будет действовать и которая позволит выздороветь моей напарнице. Да, Стивенс, извините, да. Да, заикаюсь, жизнь тяжелая, очень тяжелая, Стивенс. Хорошо, я завтра у вас буду, я к вам выезжаю. Я выезжаю один, вы меня встречаете тоже один. Я надеюсь, никаких шуток не будет. Еще раз повторяю, я не терплю ваши приколы. Хорошо, Стивенс, до свидания. Успехов. Yeah, right. Out. Извините, сэр, я не могу достать нужную информацию. Но слушайте, я же на вас полагался. Постарайтесь достать информацию. Мне нужно получить всю информацию о Логане. Что он делал, как он работал, где он работал в течение последних 10 лет. Слушаюсь, сэр. Слушай, и что ты собираешься делать? Ну, значит, у меня план такой. Необходимо в первую очередь пробраться к зданию. Но, насколько вы знаете, там находится очень серьезная система безопасности. Мы пробовали взламывать ее на расстоянии, но этого не получилось. Следовательно, мне нужен какой-то человек, который снимет эту защиту. Ха. Вот я действительно не знаю кого. Ну, на всякий случай возьму побольше оружия. Мало ли пригодится. Слушай... Пожалуй, я пойду с тобой. Нет, давай лучше встретимся в Нью-Йорке. Ну, знаешь, Леон была моей лучшей подругой, поэтому я обязательно пойду с тобой. Ну, может быть, чем-нибудь помогу, например, снятие защиты. Ты же знаешь, что я в этом специалистка. Ну, знаешь, какая-то правда в этом есть. Ну, пожалуй, пошли. Ага, по рукам. Вы думаете, с Леон будет все в порядке? Знаешь, мне кажется, все будет хорошо. Главное, что нам нужно, это сейчас достать новую вакцину, чтобы помочь ей. Да, возможно, ты прав. Извини, но это просто такие, знаешь, душевные сомнения.
Ну вот мы и прибыли, да, очень мрачное местечко. Ну что, давайте совершим высадку. Хорошо, док, не забудь, что там находится система безопасности. Подпустите меня к ней, я ее сниму без проблем. Ладно, действуйте. Ну что, давайте, полетели, хорошо. Скоро, наконец-то, мы будем на базе. А, Леон, ну здравствуй, Стивенс, это Ват Синг, наш ведущий специалист по биоэнергетике. Она подготавливает вакцину. Дам. Но ты не увидишь вакцину, дружок, но зато увидишь, как делается укол. Идиоты. Как вы могли сделать такое? Отведите его в операционную комнату, скажите, когда все будет готово. Доктор Хэнк Су уже здесь. Он готов для проведения операции. Ну и когда мы сможем получить плазму? Ну знаешь, мы сможем получить ее скоро, но даже если мы ее получим, то все равно не выйдет проанализировать всю информацию до завтра. Знаете, я хочу, чтобы все было закончено сегодня. Гм, а симпатичный был парень. Реза, у меня все в порядке, задание движется, но мне необходима ваша помощь. В течение каждых 5 минут я должен получать свои координаты, так что связывайся со мной. Да, хорошо, сэр, я буду вас вести.
Слушай, тебе необходимо срочно связаться с лабораторией. Возможно, там лежат именно те файлы, какие мне нужны. Да? Я попытаюсь сейчас это сделать. Подожди. Слушай, нет, это обычная лаборатория. То, что нам нужно, находится в другом месте. Там стоят офицеры. Тебе необходимо разобраться с ними. Да? Ну ладно, я сейчас отправлюсь. Хорошо, конец связи. Действие в прогрессе. Действие завершено. Слышь, парень, я сильно болен, но я больше уже не могу. Заткнись, держись. Нам нужно здесь держаться еще много. Пожалуйста, не убивайте меня. Я всего лишь работаю здесь. Я работник. Я сделаю. Гейб, похоже, я нашла выход. Есть соединение между двумя блоками. Замечательно. Ты хорошо работаешь, крошка. Мирос, здесь один, а где все? Со мной был еще Ченс. Ченс? Да, а где он? Ну я не знаю, он куда-то исчез. Ну ладно, хорошо, я сейчас пойду за Миллером и скоро вернусь, а ты пока посиди здесь. Я нашел это место. В лаборатории находится вакцина для Леон. Еще раз поздравляю. Ищи дальше. Здесь должен быть выход.
Зачер, что ты здесь делаешь? Тебя не должно это волновать. Мне нужно добраться до центральной комнаты, лаборатории. Ты будешь моим эскортом. Двинешься в сторону, зарежу. Слушай, Логан, на месте отсюда выходить, так что нужно держаться друг друга. Заткнись и делай, что я тебе говорю. Знаешь, выход можно найти где угодно, правильно. Что, все, что нам нужно, это взорвать стену. Я вышел на файлы. Похоже, я нашел то, что нам нужно. А что есть у тебя? Я узнал, что шефом этой лаборатории является женщина. Если ты найдешь ее, то достанешь и вакцину. Продержись как можно дольше. Эй, ты, что здесь делаешь? Черт. Тереза, это все, что нам нужно было сделать? Нет, ты еще должен прорваться вовнутрь, отключить аварийную систему и сигнализацию. Ты понял? Это основная часть нашего задания. Хорошо, я уже в пути. Большое спасибо, ты спас мою жизнь. Спасибо тебе за то, что принес лекарство. Не надо благодарности. Лучше скажи, где я сейчас могу достать вертолет. В секторе Б. Хорошо, тогда возьми это. Это расчистит тебе дорогу к вертолету. Спасибо, Логан. Ты спас мою жизнь. Слушай, давай...
сможете видеть, как вирус размножается. А мы хотим понять, как вирус будет размножаться в экстренных условиях. Поэтому приходится совершать различные опыты. Вот здесь вирус размножается в других формах жизни. И правда ли хорошо сработано? Посмотрите сюда, здесь представлена реальная работа вируса. Слушайте, а у меня есть вопрос, а как вирус будет действовать, если изменить его генетическую программу? Хорошо, я вам покажу это. Пройдемте со мной в генетическую лабораторию. Эза, эксперименты ставятся на живых людях? Да, но я не думаю, что ты в это поверишь. Да нет, знаешь, крошка, сейчас я поверю во что угодно. С самого начала вирус был разработан как биологическое оружие. Но мы пошли дальше в своих разработках. Перед вами суперкомпьютер на микромолекулярной технологии. Вот он. Невероятно, это только начало. В скором времени разработки пойдут в гору, и возможно он выйдет в серийное производство. Да, это безусловно гениальная разработка. Извините, мне сейчас нужно отойти, а вы пока можете посмотреть слайды. О, доктор, ну наконец-то мы и встретились. Слушайте, уберите пистолет, я ведь не такая опасна. Да, но не до тех пор, пока у вас в руках чашечка яда. Постойте, знаете, мне нужна вакцина, которую вы получили. А как вы прошли через охрану? Ведь там такая сложная система. Это моя проблема. А сейчас мне нужна вакцина. Ну ладненько, берите ее. Но, знаете, уже очень поздно, вирус-то уже действует. Хэнкс мертв, но и мы должны его остановить. Срочно, срочно надо перекрыть все здания, входы и выходы. Действуйте, немедленно. С тобой все в порядке? Да, со мной все в порядке, но мы должны остановить Логана. У него находится вакцина, с помощью нее он сможет сделать то, что нам очень не хочется. Но, разумеется, мы остановим его. Конец связи. Черт, этот идиот думает, что он его остановит. Я понимаю, да, ребята, вы хорошо работаете. А теперь мне пора улетать отсюда. Срочно, срочно подайте мне вертолет. Слушаюсь, сэр. На видео, немедленно. У этих ребят полное вооружение, я не могу справиться, да, фигово.
На складе находится огромное количество трупов. Мне необходимо, чтобы ты их все опознала. Знаешь, происходили очень странные ситуации, когда пропадали разные известные люди. Ну, люди вообще часто пропадают. Но вот у меня есть подозрение, что там их не хранили. Слушай, а когда ты меня заберешь? Ну, я заберу, как только ты закончишь операцию. Я думаю, это будет скоро. Вторжение! Тереза, меня настораживает одно обстоятельство. Может быть, ты мне поможешь его раскрывать? Не бойся, Гейб. Когда ты начинаешь переживать, то открывай в первую очередь инструкцию. Там все описано. А теперь действуй, пока конец света. Подъемники заклинило. Похоже, ты попал в большие неприятности. Я пытаюсь сделать все вручную, но ты сам выбирайся отсюда. Это не так уж легко. Я хочу, чтобы перекрыли все входы и выходы. Я повторяю, перекрыть все входы и выходы. Логан не должен уйти. Да, да, срочно, перекрывайте. Yes, I know. Unit 1, where are you? Срочно, докладывайте мне обстановку каждую минуту. Внимание, Логан выбрался. Внимание.
Срочно, срочно направляйте к нему вертолет. Мы должны его перехватить, пока он не успел убраться с вакцины. Тереза, я на улице. Это город не такой безопасный, как на первый взгляд. Дай мне информацию о том, где ты находишься. Я помогу тебе безопасно пройти по нему. Негорев, ты еще слишком далеко от цели. Для того, чтобы тебе на нее дойти, нужно получить карту. Карту скоро ты получишь из базы. Так что жди. Но ты не беспокойся, я и без карты обойдусь здесь. Ну что, город как город, в принципе. Хорошо, ладно, давай приступим к нашему основному делу. Давай, тогда тебе нужно прибыть в центр. Хорошо, я скоро там буду. Ну ладно, успехов, дружок, пока. Тереза, здесь много агентов. Информируй меня о них. Хорошо. Я только что перехватил сообщение. Наши люди под снайперским огнем. Посмотрю, что смогу сделать.
осторожен, Гейб, тебя подстерегают опасности. Тереза, я засек нескольких снайперов. Срочно нужно найти выход отсюда. Он далеко от тебя. Для этого тебе нужно найти ключ. Ищи его. Нашел ты, что мне делать дальше? Опасаться, чтобы тебя не обстреляли. Хорошо, я продумал. Сидеть на месте, не двигаться. Я получила не очень хорошую информацию. Она исходила с вражеской стороны. Хорошо, я буду оставаться. Бросай оружие на землю. Лежать. Гейб.
Я должна возвращаться немедленно. Кто ты? Да неважно, дай мне прикурить. Ну держи, мои ребята сидят в здании, но я не могу отсюда прорваться. Ну ладно, это неважно, давай я буду тебя прикрывать, выберемся вместе. Ладно, хорошо, давай, пошел. Скоро вернусь сюда, а вы пока продолжайте быстро работать. Да-да-да, быстро работайте, ребята. Джек, ты меня слышишь? Быстрее возвращайся. Давай. Мы не будем терять время. Положи оружие перед собой на землю. Послушай меня. Ты занимаешься бесполезной игрой. Если ты выслушаешь мои аргументы, то мы избежим всех неприятностей. Тереза, я тут закончил с видео. Что-нибудь слышно насчет Чейза? Нет. О, черт. Чейз, прости меня. Конец связи. Тереза, это ты? Бросай оружие, Логан. Она находится в моих руках. Если ты пошевельнешься, то я выстрелю. Не делай этого, Логан. Он в любом случае меня убьет. Тереза? Стивенс? Неужели ты сможешь убить полицейского? Да, я убью ее, Логан. Тереза, я тут вижу, ты работаешь в поте лица. Ну да, я сейчас засекла 4 вертолета. Они находятся здесь, неподалеку. Слушай, Тереза, у меня тут проблемы с оружием. Мне срочно нужен какой-нибудь, ну хотя бы пистолет. Ну, да, у меня есть кое-что. Держи, 45-й калибр. Я думаю, он тебе поможет. Хорошо, Тереза. Ну ладно, пошли. Ой, сегодня мы надерем задницу этим грязным агентом. Должен быть где-то выход. Thank you.
Эф, это сработало. Со мной двое ребят. Я пойду с ними. Тереза, нет, нет, стой, черт. Я надеюсь, гараж хорошо защищен, так вертолет должен охраняться. Эй, давай, пошевеливайся.
Слушай, а в этом местечке, похоже, наш любимый Стивенс тренирует агентов. Неплохое место, мне оно нравится. Да-да-да, Логан, очень приятно с тобой встретиться. Не ожидал меня здесь увидеть? Ну что ж, парень, извини. Думаю, скоро Стивенс придет к нам. Где так долго был, Гейб? Там слишком много, я их выпущу, а ты прикончи его. Ну-ну, давай. Спокойно, ты берешь лестницу, я беру коридор. Если что, кричи, я приду. Зря ты убиваешь меня, Логан. Я еще могу тебе пригодиться. Подумаешь... Ты слишком поздно пришел со своей вакциной. Она уже... мертва. Ты ошибаешься, Стивенс. У меня есть новая вакцина. А ты, дружок, остался в обломе. Так что я спасу своего партнера. И ты сможешь ей помочь? Да.
Срочно дайте мне вакцину для Леон. Какого черта? Кто завел вертолеты? Срочно, спасайся отсюда! Ну что, дружок, похоже, я лучше подготовлен, чем ты. Чейз? Что, удивлен? Да нет. Сам посуди, почему я должен удивляться? Еще со времен нашей дружбы в Колорадо ты был большим подонком. А сейчас ты проявляешь свои самые худшие черты. Так что учти, мне придется тебя подстрелить все-таки. Вот так ты встречаешь старых друзей, скотина. Эх, как нехорошо. Ведь раньше мы с тобой, бывало, пивка выпивали в баре. Да, но знаешь, после того, что ты сделал, ты мне не друг. Вот ты работаешь на самых гадов предателей, тебе вообще не стыдно? Ну знаешь, это всего лишь моя работа. Так что не нужно к ней относиться так серьезно. Но ты относишься к ней серьезно? Да, безусловно. Так что, дружок, извини. Знаешь, что я тебе скажу, Логан? Ты сам большой придурок. Сколько ты уже переубивал людей? Тебя вообще совесть не мучит? Нет, меня совесть не мучит. А мне кажется, она тебя должна уже давно мучить. И ты скоро сдохнешь. Да, ты сдохнешь от моей руки. Что, я сдохну от твоей руки? Ну-ка, подставь-ка свое личико, дружок. Может, потанцуешь? Тереза, извини. Внимание, по последним данным наших служб новостей, террористы были обезврежены. Правда, обезврежены они были с очень большими потерями. Сейчас идет расследование, и дело... Премьер-министр дал свои комментарии по поводу случившегося. То, что случилось, совершенно ужасно. Оно не терпит никаких отлагательств, и решение было принято. Агентство закрыто. Отныне... Дела агентства не будут беспокоить весь земной шар. Мы хотим передать соболезнования семьям погибшим. Ах, я не могу поверить в то, что она умерла. Она была таким замечательным другом. Да, так жалко Терезу. Очень ее жалко. Но она умерла за ту идею, за которую боролась. Она спасла мир, да. Ах, я не могу говорить, у меня текут слезы. It's not over yet.
Сэр, мы их взяли, что нам делать? Я хочу, чтобы ваши люди убрались отсюда немедленно. Мы закончим операцию в другой день. Вы знаете, а мы можем сделать так, чтобы решение совета стало в вашу пользу, и вы стали президентом. Да-да, я знаю, но у меня есть еще другая цель, кое-что сделать с нашим логаном.